Я вам сейчас кое-что покажу, а вы-то и подумайте. Российские медицинские центры по лечению онкологии вы видели? Ну, не видели, так хоть зайдите посмотреть. Думаю, будет понятно всем. Я вам показываю центр по лечению онкологии в Турции. И поверьте, таких мест много. Очень много. Да потому что там понимают, что лучше вдохнуть жизнь в человека, чем отправить его в мир-то иной. И там в любом госпитале вы не будете долго искать тех, кто работает с онкологией. Там сразу проблемы с кардиолечением, а затем онкология. Да потому что там, в отличие от нас, все болячки лечат. Но у нас-то ситуация другая. Кстати, для тех, кто не понял, умереть быстро и ночью, и это для весьма малого количества людей. В основе своей человек очень долго болеет, а потом умирает. И мимо этого не проходит никто. Но гораздо-то проще вырастить сына, поженить его, понянчиться с внуками, а еще лучше и с правнуками, и самый лучший вариант с праправнуками, а затем уже и умереть. И вот таких случаев для нашей российской жизни больных онкологии-то и нет. У нас как бы не те результаты, но вот в Турции результаты-то другие. Да, конечно, есть и те, кто не сможет сделать все. Ну что ж, бывает. Но в большинстве-то случаев лечится. Да и там, где не лечится, продолжение жизни увеличивается в разы. И потому что химия там стоит дешевле в 25 раз, чем в третьих странах. И потому что радиосканирование в 9 раз дешевле, чем в третьих странах. И ПЭТ, и МРТ, и КТ здесь крайне быстро меняются в зависимости от новшеств. А не майнаются до развала, как в третьих странах. Да потому что здесь понимают, что лучше поднять человека на ноги, который умом своим поделится с новыми гражданами, чем отправить его в клетку и под землю, как это делается в третьих странах. Но у нас-то страна первая. И вы понимаете, что все, что есть в Турции, появится рядом с нами. Или может быть как-то не так? Ну да ладно, возможно это будет скоро, возможно-то и нет, но есть реальная возможность полечиться. Причем вы будете в идеальных условиях. Кстати, про идеал. Видал-то я много и знаю, что так нигде не лечат. И это понимают жители типа первоклассной Европы, которые ориентируются в ценах и ездят сюда. Да потому что здесь лечение в 3 раза дешевле, чем в Израиле и Германии. Да, конечно, есть и другие страны, и там подешевле, чем в Турции. Но здесь вы вылизаны, и этого вам не получится получить в России. Да потому что здесь вас любят, хотя иногда и за деньги. Но суть проблем. Если бахнула онкология, мой вам совет. Да вы не думайте про другое. Да вам-то проще либо на самолете до Турции, либо еще дешевле на машине. А то путешествие в Сочи на машине освоили многие. А здесь-то от Сочи совсем недалеко. Но уровень-то не Сочи. Ancak hastanın dünyada var olan en iyi tedavileri sevgi dolu ellerden alması çok önemli. Важно, чтобы пациенты получали лечение, возможное, подходящее для них, в теплых, надежных руках. Onları güven içinde yaşam kalitesini uzatan bir süreçte tutmaya çalışıyoruz. Мы стараемся держать их в такой атмосфере, где они доверяют, кому они доверяют. Çok sayıda Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan hasta tedavi ediyoruz. Мы лечим многих пациентов из Узбекистана, Казахстана, Украины, России. Ve bu hastaların mutlu olduğunu görmek, bize güvenmelerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. И нас радует, что эти пациенты рады, счастливы и что они доверяют нам. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Я благодарю вас.